напряженная такая игра, много единоборств. Сегодня, наверное, больше мы играли в позиционном нападении, да, соперник в быстрых атаках. Начало матча удалось, особенно стандартное положение. К сожалению, попали там в перекладину, еще были моменты, не забили. Но отдать должное надо и сопернику, да, у них в быстрых атаках было, наверное, там два момента таких убойных, где нам повезло. Но хорошо сыграли во второй части первого тайма, да, высокий прессинг получился, да, отобрали мяч на чужой половине поля и великолепный гол забил, конечно, Бивеев. Второй тайм проходил в том же ключе. Ну, надо было забивать. Был момент у Янушковского. Наверное, игра закончилась. К сожалению, не забили. Ну и допустили такую, можно сказать, детскую ошибку. На своей половине соперник воспользовался. Хотя ребята молодцы. Давили до конца. Но были моменты со стандартного положения. Два в концовке. Ну, особенно, наверное, суперголевой это у Сергея Морозова. Ну, не попал в ворота. Поэтому, ну, тяжелая игра, к сожалению, для нас в ничью. Ну, выделю соперника, тоже были моменты, наверное, счет справедлив. На самом деле сейчас впечатление такое неоднозначное, потому что, с одной стороны, содержание игры в первом тайме наше и количество созданных голевых моментов позволяло рассчитывать на больше, чем ничья. С другой стороны, мы отыгрались, и соперник в конце еще давил, имел моменты забить. Поэтому нейтральные чувства. Еще раз повторюсь, в нашей ситуации хочется набирать и нужно набирать по 3 очка. Этого не получилось, поэтому нейтральные ощущения. КамАЗ чем-то вас сегодня удивил по игре? Вы знаете, мы каждому сопернику тщательно готовимся. И, в принципе, то, что увидели в последних матчах КамАЗа, то и происходило. Большое количество стандартов опасных, хороший подающий, рослая группа игроков, плюс диагональные переводы, фланговые атаки, прострелы. Это в атаке, в обороне тоже подметили какие-то слабые вещи, пытались их использовать, что-то получалось. Реализация подвела, к сожалению. Как считаете, ваша команда сегодня справилась с установкой на матч? Установка была на матч 3 очка взять. Взяли одно, поэтому не до конца. Результат 1-1 закономерный? В какой-то степени результат, он всегда закономерен, как бы то ни было, он всегда закономерен в определенной степени. Поэтому я уже еще раз повторяю, что по содержанию могли рассчитывать на большее. Но получилось повторение прошлого нашего матча с Ротором. То же самое, в принципе. И моменты имели, могли и проиграть, и выиграть. В итоге ничья. Ну, я не могу сказать, что какая-то одна конкретная причина. Мы, когда выбираем состав, мы много факторов сопоставляем. Вот. И сегодня было принято решение. Изначально это была плановая акция, такая плановая замена, что он во втором тайме, с начала второго тайма должен был выйти в позицию левого защитника. У нас и Константин Гарбус вернулся, Николай Марков вернулся. Поэтому мы распределяем нагрузку, тем более тройник идет. Вот Константин сегодня тайм сыграл, как и планировали, Николай чуть побольше. Поэтому здесь одной причины нет, здесь комплекс причин, почему, кто и сколько играет. Вы